столько разных коллективов приехали. Очень классный фестиваль, попал на него волонтером абсолютно случайно. Просто подруга рассказала, я проявил инициативу, и меня взяли в волонтерскую команду. Атмосфера, очень нравится дружелюбие организаторов, вкусно кормят. Я за эти два дня уже смог полностью погрузиться в атмосферу, отличие от учебы, от универа. Мне очень нравится сплоченность команды и то, как все друг друга подхватывают. Было приятно видеть не только харьковские театры, а еще какие-то приезжие. Там вот Ярослава Кравченко с Диким театром приезжала, отличную лекцию, кстати, провела она. Спектакли просто выносят мозг. Это нечто. Я только что с Виталика вчера был. Очень жизненно, в общем. Одним из участников был театр «Кукол» харьковский. Я там сейчас работаю. И мы там показывали спектакль «Чевенгур». Мы представляли «Червоного Василия». Весело очень нам здесь, мы занимаемся делами, помогаем. Вот встретили театр «Лисьи Украинки» сейчас. Веселые ребята, уставшие немного, правда, но их тоже можно понять. Психоза жду. Очень. Пьесу прочитала. Надеюсь, что будет весело. Хотят заниматься этим, хотят узнавать об этом больше, которых интересует вообще театр. Мы сделали очень крутые воркшопы для Парадфеста, и это было действительно интересно, потому что к нам приехали люди, волонтеры. Было очень много интересных знакомств, и мы рассказали ребятам о том, как можно применять арт-практики в их работе, как можно с помощью арт-терапии и творчества объединять команду, как помогать детям сплотиться и справиться с их проблемами, как помочь взрослым найти общий язык с ними. Мы говорили о том, как медиа современные могут помочь нам справиться с посттравматическим синдромом, как можно со своей болью выйти в интернет и поделиться ей с другими людьми. Очень много забавных ситуаций, необычных, очень много новых знакомств. Ребята с парада, они выкупили полностью весь зал и распродавали билеты через сервис интернет-билет, что для театра «Кукол» является такой вообще новинкой, и директор, ну, не побоюсь этого слова, немножко обалдел просто от того, что билеты были распроданы, был практически полный солдаут.
Из забавных историй, это когда меня попросили как волонтера отнести еду от подъезда, а я не знал, где это. В итоге я дошел на приблизительное место, искал минут 15, уже отчаявшись, решил зайти в подъезд, во дворик посидеть на лавочке. В итоге я захожу и вижу тех голодных людей, которым я должен был донести еду. Они меня так радостно встречают. Делать, чтобы что-то происходило. Культура звука помогает таким проектам. Для нас это всегда было очень интересно. Мы помогаем ребятам с организацией качественного саунда и интересного музыкального материала. Круто, что в городе Харькове что-то происходит, и так уж получается, что одно направление пушит другое, и если мы не будем друг другу помогать, то ничего, собственно, не произойдет интересного. А сейчас в Харькове стало жить интересно, я слышал отзывы ребят из Одессы, из Киева, из Львова, из Днепра, про такие классные открытые проекты, которые делают такие же классные открытые ребята. Это круто, и будем дальше продолжать. Спровоцировал какие-то новые движения, что ли, необходимые уже, которые по духу времени просто становятся необходимы в театральной сфере. Спасибо за вот это вот тепло, которое вы давали и которое вы провоцировали давать вам. Это все было очень классно, и я надеюсь, что это не последний проект, который стартовал в городе Харькове. Люди как-то стали охотнее, что ли, коллаборироваться между собой. И вот парад стал отличным примером и дополнением, потому что других фестивалей, театральных, по крайней мере, подобного масштаба в Харькове нет. Это было очень круто, очень классно. И я запомнил это надолго. И вот эту барышку, которую мне подарил парадфест, либо я ее буду носить до конца своей жизни, либо я ее буду носить до конца ее жизни. Я желаю, чтобы фестиваль жил дальше, развивался, всего самого лучшего.